Всем привет! Это специальное видео, в котором я хочу рассказать одну новость, которая кому-то будет полезной, кто-то просто скажет «но ок». Короче, у меня на канале появилось спонсорство, то есть вы можете меня поддержать, но, естественно, не за просто так, а за различные прикольные плюхи от меня. Теперь давайте сейчас об этом с вами поподробнее поговорим, вдруг кому-то станет интересно. На данный момент у меня есть два варианта спонсорства, первый и второй. Первый чуть попроще, второй чуть посложнее. Я буду читать типа с умным видом. Итак, первый уровень спонсорства будет называться Сали Крамсали, и будет он стоить всего лишь 25 рублей в месяц. За эти 25 рублей вы будете получать специальные значки, которые будут показываться рядом с вашим комментарием, а также вы получите авторские эмоджи, которые можно будет в будущем использовать на моих стримах. Да, когда-нибудь стримы будут, и я думаю, что в ближайшее время точно. Пока не могу сказать когда, но вот... имейте это в виду. А также для всех спонсоров я буду периодически проводить закрытые такие трансляции, в которых мы с вами сможем пообщаться, я поотвечаю на ваши вопросики, ну и плюс мы сможем что-то обсудить из игр, в которые вы хотели, чтобы я поиграла. Второй уровень платной подписки будет называться «Шмонька», и он уже обойдется за 499 рублей в месяц. Да. Это много, и он, скорее всего, для тех людей, которые действительно хотят поддержать мой канал и имеют деньги, которые не жалко. Ну, в общем-то, развиваться нужно каналу, покупать и технику, и игры, в общем, сами понимаете. Но это не обязательно, я все равно буду вас любить, если вы даже не будете покупать эти подписки. Но, опять-таки, если вы берете вот этот второй уровень платной подписки, то вы будете получать все то же самое, что было в самом первом уровне, но плюс ко всему этому я добавлю вас, друзья, в ВКонтакте, и мы сможем с вами общаться. Кнопочку спонсорства вы можете найти тут. Опять-таки повторюсь, что это не обязательно. Если вы не хотите, то не можете. Просто мне будет приятно, если кто-то решит поддержать мое творчество, мой канал, потому что все эти деньги будут идти, несомненно, на улучшение канала и того, что на нем есть. И я все равно буду вас любить, несмотря даже на то, что вы не будете оформлять спонсорство, так что вам решать. Вот такое короткое видео получилось. Надеюсь, у вас не осталось вопросов, потому что я постаралась ответить на все так, как оно есть. Увидимся с вами уже очень скоро на этом канале.